Партнер проекта Astra Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru. Молния наука – самые актуальные и быстрые новости науки, технологий и бизнеса. Астрономический календарь. 1 июня Сатурн пройдет в 2 градусах к югу от Луны. 2 июня – полнолуние. 6 июня – Венера в наибольшей вечерней элонгации. 9 июня – Луна в фазе последней четверти. 10 июня – Луна в перигее, на наименьшем расстоянии от Земли. 13 июня – Венера проходит в полуградусе от рассеянного скопления Ясли. 16 июня – новолуние. 20 июня – соединение Луны, Юпитера и Венеры на вечернем небе. 21 июня – момент летнего солнцестояния. 23 июня Меркурий проходит в 2 градусах севернее Альдебарана. В этот же день Луна в апогее, на наибольшем расстоянии от Земли. 24 июня Луна в фазе первой четверти. В этот же день Меркурий в наибольшей утренней элонгации. 29 июня Луна проходит в 1 градусе к северу от Сатурна. 30 июня – соединение Венеры и Юпитера. Расстояние между планетами составит всего 0,5 градуса. Кроме того, в июне в средних широтах России можно наблюдать серебристые облака.